и для переработки их мусора. Поэтому, как только заработает завод, я уверен, что сырья в Николаевской области достаточно для того, чтобы этот завод, ну, не только в области, но и в ближайших районах города Николаева, достаточно для того, чтобы этот завод заполнить на все 100% мощности. Поэтому нужно, нам это просто необходимо, мы не рассматриваем возможность не построить. Потому что 10 лет в рамках мировой истории, в рамках жизни человечества, это просто миг. Поэтому о полигонах, как мы уже слышали, нам с нашим текущим потреблением, без роста количества населения или производства, хватит еще максимум на 10 лет. Поэтому нужно уже сегодня заниматься этим.